Всем привет! Сегодня готовлю сырники без яиц. Получается пышный, красивый, хорошо держит форму, а на вкус просто нежнейший. Отлично подойдут на завтрак. Очень рекомендую. В глубокую миску кладем 400 грамм творога. У меня творог домашний, в меру влажный. Измельчим творог вилкой или толкушкой. Добавляем немного соли, 1 столовую ложку сахара. Хорошо перемешиваем. Если сахар добавить больше, тогда потребуется больше муки, и сырники не будут такие нежные. Добавляем постепенно муку. Муки может понадобиться больше или меньше, все зависит от влажности творога. Мне понадобилось 2 столовые ложки муки. Чем меньше понадобится муки, тем сырники будут нежнее. Тесто должно получиться мягкое и эластичное. Катаем толстый жгутик и разрезаем его на кружочки. Придаем форму оладушка. Обваливаем в муке. У меня из данного количества теста получается 12 сырников. Жарим сырники на разогретом растительном масле на среднем огне до красивого золотистого цвета с двух сторон. По желанию можно в сырники добавить изюм, яблоки или курагу. Старайтесь покупать творог хорошего качества, иначе сырники могут развалиться. Сырники без яиц прекрасно держат форму, вкус нежный. Подавать их можно со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения!